наступил Новый год. Я уже вас поздравлял. Ну и позвольте, так сказать, оригинально, я не могу без оригинальности никак поздравить вас своей песенкой. Пока что акапелла, но думаю, все-таки к 2020 году я напишу музыку. Шелестят конфета, обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ай, веселись, 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 народ, наступает, наступает новый, новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый, новый год. О-хо-хо-хо! Еще два куплета, но пускай это будет сюрпризом для вас. Начинаем, будем говорить, новый год. И новый год я начинаю с календаря. С календарями, конечно, работа интересная. Я буду выставлять свой календарь народных примет. Также читать лунные сутки, пока они еще останутся старыми. Потом, я думаю, их все-таки немножечко переписать на новый. Потому что вариантов много. Но то, что записано, вот как-то лень записать что-то новое. Но, тем не менее, я сейчас календарь народных примет, он у меня не был сделан, но я его делаю. Буду выставлять календарь народных примет. Вы его будете видеть на каждый день. И дальше будем работать по вашим вопросам. Ну и то, что жизненная ситуация принесет нам и надо будет решать. Итак, начинаем. Восьмые лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяет с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеситесь ко всему, что вам приснится, серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего.